Ну что, ребят, мы опять на окопе. Мы находимся в Липецкой области. Приехали в отпуск с женой. Вот, буквально вырвался из дома, чтобы походить пару-тройку часиков. Вот. Ну и вот был один сигнал. Ну, он уже не первый. Были несколько сигналов. Попался какой-то хабарок там. Потом вам покажу. Вот. И сейчас выскочил вон тот кругляш. Надеюсь, видно. Что это, я еще не смотрел. Так. Что мы видим? Это 3 копейки СССР, поздних советов. Ну что, начало положено. Ищем дальше. Смотрим, не переключаемся. Ну что, пацаны и уважаемые дамы, начнем с нашей с вами изучения монетосов. Извините за ударение, Слушайте внимательней, будет интересно. Стоимость, то бишь, цена 3 копейки 1971 года. Вот мы и дошли до самого интересного вопроса, сколько стоит монета 3 копейки 1971 года. На самом деле нужно говорить о цене двух монет, так как у трешки имеется редкая разновидность. Но давайте по порядку. Стоимость обычных 3 копеек 1971 года невелика. Рядовая монета встречается достаточно часто, ею сложно удивить даже начинающего нумизмата. Сегодня на аукционах можно найти трешку отличного качества и недорого. В среднем монета хорошей сохранности, VF, стоит всего 5-10 руб. Если степень сохранности чрезвычайно хорошая, XF, то цена 3 копеек 1971 года вырастет до 75-125 рублей. Монета из набора, не бывшая в обращении, UNC, котируется на уровне 200-800 рублей. А вот стоимость редких 3 копеек 1971 года, без уступа, сильно выше. Это та самая редкая разновидность. Ее отличительная особенность — отсутствие уступа у внешней гребенки остой, палочек, пшеничных колосьев, на правой стороне аверса. У рядовой монеты есть характерный уступ ближе к звезде, у редкой разновидности его нет, линия остая, гладкая и плавная. Если непонятно, о чем речь, посмотрите на схему, там все наглядно показано. Остальные параметры монеты аналогичные. Цена редкой разновидности 3 копеек 1971 года в очень хорошем состоянии, VF, минимум 30-35 тыс. Руб. А максимальная цена доходила до 100 тысяч. Руб. Резюмирую, обычные 3 копейки 1971 года не ценятся, а вот стоимость редкой разновидности, без уступа, превышает 30 тысяч руб. Напоследок справочная информация о 3 копейках 1971 года. Материал монеты – марганцевистая латунь, ЛМЦ. Магнитица – нет. Диаметр – 22 мм. Толщина – 1 мм. Вес – 3,1 грамма. Качество чеканки – обычное, улучшенное. Монетный двор – ЛМД. Номера в каталогах – Федорин 155-156. Аверс – штемпель герб СССР, 15 витков, Ш2.2, Ш2.3. Реверс – штемпель F104. Гурт монеты – с насечками. Рыночная цена – рядовая монета не ценится, разновидность без уступа от 30 тысяч руб. Ну что, ребят? Не успел я закопать эту ямку, и рядом опять был сигнальчик. Я так понял по ямке, что рядом есть сигнал, что будет опять совета, и точно выскочила копеечка. Копеечка советиков. Вот. Ну, мы, конечно, не за этим сюда пришли. Ну, лучше, чем ничего. Советики поздние.
Смотрим дальше, не переключаемся, будет интересно. Ну что, братки, и систи? Нет, не сиски, а систи, сестры по-другому, типа так обращается в похожей форме потрошитель к своим ютубовцам. Поехали дальше. 1 копейка 2000-го чеканилась из блокированной мельхиором стали. А в 18-м столетии практиковали чекан монет из пинчбека, дешевой имитации золота из меди с минимальным добавлением цинка. Медно-цинковая 1-копеечная монета 1969-го весит 1 грамм, ТЕ имеет массу, в цифровом выражении сопоставимую с номиналом. Диаметр немагнитной 1 копейки, минимальный среди латунных дензнаков 1961-1990 года, ограничивается 15 мм. Гурт этой датируемой 1969 годом монеты рубчатой, толщиной 0,9 мм. В указанный период чекана тираж монет не оглашался. Гербовая сторона копейки оправдывает свое название присутствием стилизованного в стандартной манере герба. Под последний медальер отвел площадь аверса, равную по высоте его верхним 3/4. Серп по обыкновению перекрещен с молотом, их задним планом привычно выступает земной шар. Под планетой виден фрагмент восходящего солнца. Связки пшеницы, обвитые 15 раз лентой, обрамляют означенные внутренние элементы госсимвола, между верхними остями по центру, небольшая звезда. Аббревиатура СССР, внизу диска. 1, как номиналы всех монет года, занимает верхний полукруг оборотной стороны. Ниже на реверсе последовательно размещены, копейка, 1969. Закруглением бортика вторит незамкнутый пшенично-дубовый венок. Под датой чекана этот растительный элемент декорирован ракушкой. Вот такая, друзья, петрушка. В ходе торгов на монету 1 копейка 1969 года цена чаще всего держится в относительно скромных пределах 5-20 рублей, выше стоимость, у экземпляров отличной сохранности. Такая разбежка свойственна и цене 1 копейки 1970 года. Что, ребят, стал пробивать еще рядом. И был такой скрипучий. Кстати, забыл сказать, что я работаю сегодня с Гарретом AT Pro. Почему-то решил начать с него, давно им не пользовался, немного отвык. Вот, вот он мой аппарат. И был такой скрипучий, отдавая как будто чернильный звук. Ну, примерно так звучат опять советики. И это никелевые монеты. Вот выскочила 20-ка, 20 копеек. Уже все равно приятно, хоть что-то, но прям не отходя от кассы. По-моему, 61 года. Вот такая монетосина. Смотрим дальше. 3 монеты за 2 минуты. Продолжаем, другие подруги. Дальше пойдет речь о монете СССР номиналом 20 копеек 1961 года, ее стоимости, разновидностях, изображении реверса и аверса, и других видов этой монеты, имеющей существенную цену. Монета 20 копеек образца 1961 года появилась во времена проведения глобальных финансовых изменений в СССР. В обиход с 1 января 1961 года были введены новые купюры, а также монеты нового образца и номинала 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль. Все денежные купюры изымались и обменивались в соответствии 10:1, 10 рублей старого образца на 1 нового образца. Внешний вид монеты и характеристики монеты. По своим физическим свойствам монета 20 копеек СССР 1961 года приравнивается к 3 копейкам того же периода, разница в 0,2 мм. И в итоге можно встретить образцы, когда чеканка производилась с заменой штемпелей друг у друга. Что касается характеристик монеты, то они следующие. Вес – 3,4 грамма. Диаметр – 21,4 мм. Сплав – медно-никелевый, нейзильбер – 58% медь, 12% никель, 30% цинк. Чеканка монет такого образца продолжалась непосредственно до 1991 года. Внешний вид. Внешний вид монеты также подвергся изменениям. Больше всего изменились цифры и буквы, они стали намного больше и более прямолинейные. На аверсе изображен герб СССР. Он размещен прямо по центру и занимает почти всю площадь монеты. Прямо под ним небольшими, округлыми буквами, выбита надпись «СССР».
По краю монеты широкий кант. Знак монетного двора отсутствует. Стоимость монеты 20 копеек к 1961 года. Если рассматривать цену монеты в 20 копеек именно 1961 года, то она очень небольшая. Немного ценится только монета качества выше VF, Verifine. Цена на такое качество примерно 5-8 долларов. Но если рассматривать 20 копеек такого же образца, но в период с 1961 года по 1991 года, то можно найти очень дорогие экземпляры. Дорогой монетой можно считать 20 копеек к 1990 года, очеканенную на желтой, латунной заготовке от 3 копеек. Цена на нее составляет порядка 25 000 рублей. Ну что, был опять тут же сигнал, и вот вам еще одна копеечка. Копеечка. Пока у нас идут одни советики. Одни советики. Паче поздний. Ладно, может быть, здесь что-то еще есть, рассыпушка. Будем смотреть. Не переключаемся. Друзья, теперь речь пойдет о самой маленькой монете СССР, СССР, скажем так. 1 копейка 1974 года. 1 копейка 1974 года, L.ST1.41F104, вторые колоси, слева и справа от земного шара с остями, между связующим витком ленты и первым нижним правым витком ленты 5 стеблей, справа от звезды наружная гребенка оста и с уступом. 1 копейка 1974 года, L.ST.1.42F113, вторые колоси, слева и справа от земного шара с остями, между связующим витком ленты и первым нижним правым витком ленты, 5 стеблей, справа от звезды наружная гребенка оста и без уступа. Вот такая история про малышку, крошку, смотрим дальше, не переключаемся, а то кто переключится на Мондюляю, хе-хе-хе. Ну что, ребят, был еще один сигнальчик. Ну, тоже такой, как советы. Он выскочил в монетку. Думаю, это тоже совет. Давайте смотреть. Да, это тоже СССР. 2 копейки. Видно вам, не видно. 2 копейки СССР, год не могу счесть, но вам видно. Ну что, ищем дальше. Так, ребят, был еще один сигнальчик. Думаю, что это опять совет. Видите? Что это и есть. Это советики, опять, скорее всего, по-моему, 3 копейки. Да, 3 копейки.
68 года. Опять поздний советик. Ладно. Ищем дальше. Ну чё, устали, или продолжим? Больше вижу за, продолжим. 3 копейки 1968 года. 3 копейки 1968 года разновидностей не имеют. Трехкопеечные монеты периода 1967-1974 года имеют очень большие тиражи, вследствие этого встречаются достаточно часто. Монеты, побывавшие в денежном обращении, коллекционной ценности не представляют. Интересны могут быть только экземпляры исключительной сохранности, без малейших дефектов, с ярко-желтым штемпельным блеском, стоимость таких монет может достигать нескольких сотен рублей. 3 копейки 1968 года, Эльч 2.2F93, справа от звезды внешняя гребенка остая с уступом, поверхность витков ленты вогнутая, зазоры между витками ленты узкие. Цена 10 рублев. Ха-ха-ха-ха. Ну что, друзья, тоже был сигнальчик, и выпала мини-мини каминка, каминка вообще, миниатюрная. Вот таких вот размеров, меньше ногти. Берем. Ладно, дальше ищем, времени у нас в обрез. Что, парни, был еще один сигнальчик. Не похоже, день советов, я еще не смотрел, но чувствую, что советов. А этот раз у нас не переключаемся. Пять копеек 1981 года. L.3F91, звезде большая, с широкими лучами, слева и справа от земного шара, вторые колосья с внутренней стороны с длинными остями, слэш два варианта подгравировки по размеру изображения слэш. F.TF95, цифра номинала и венок отдалены от выступающего канта монеты, слэш модель предыдущих лет, слэш. 5 копеек 1981 года. L.3F91, звезде большая, с широкими лучами, слева и справа от земного шара, вторые колосья с внутренней стороны с длинными остями, слэш два варианта подгравировки по размеру изображения слэш. F.TF96, цифра номинала и венок придвинуты к выступающему канту монеты, слэш модель последующих лет, слэш. Отличие вариантов, цифры и венок отдалены или приближены к канту. На увеличенных фрагментах хорошо видно, на что надо обратить внимание при поиске редкой разновидности 5 копеек 1981 года. Слева редкий для 1981 года вариант, цифры и венок отдалены. Справа обычный вариант этого и последующих годов с более крупным изображением. Ну что, ребят, еще советик выпал. Смотрим дальше. Что-нибудь, да может, найдем хорошее. Копейки 1978 года, Эльч 2.3F103, справа от звезды внешняя гребенка остая без уступа, поверхность витков ленты вогнутая, зазоры между витками ленты узкие, точка 106. Цена такой монеты, аж 50 000 рублей.
3 копейки 1978 года, Эльстш 3.1F112, поверхность витков ленты уплощена, у левого первого обземного шара колоса, с внутренней стороны 5 острый, между вторым колосом и стеблем третьего колоса, из-под ленты выходит тость. Цена такого экзека, всего 10 рублей. 3 копейки 1978 года, Эльстш 3.2F114, поверхность витков ленты уплощена, у левого первого отземного шара колоса, с внутренней стороны 3 ости, между вторым колосом и стеблем третьего колоса, из-под ленты нет выходящей ости, на африканском континенте Гвинейский залив не выражен, размер герба уменьшен. Встречается только в сувенирных наборах Госбанка. У этой монеты сины свой ценник и составляет он 25 000 рублей. 3 копейки 1978 года, Эльстш 1.220 копеек 1973 года. F89, поверхность витков ленты плоская, вторые колоси, слева и справа от земного шара, с внутренней стороны безостой. Ценник на такую разновидность ниже, чем у других, но тоже можно хорошо продать. Стоимость 1000 рублей. Вот такая, друзья, история этой годовки монеты такого номинала. Смотрим, не переключаемся, а то все пропустите. Всмотритесь в образцы и сравните свои находки, дорогие. Варианты лицевых сторон 3 копеек 1978 года. Точка, стоимость монет с такими вариантами аверса 50 и 25 тысяч рублей. Не ухожу далеко, ребят. Вот еще рядом сигнал не успел закопать, я выскочила. Еще монеточка. Опять, наверное, совет. Да, это уже 15 копеек. Это уже 15 копеечек. 78 год. Медно-никелевый. Ну ладно, смотрим дальше. Не переключаемся. 15 копеек 1978 года разновидности не имеет. 15 копеечные монеты 1977-1991 года очень распространенные монеты, их стоимость в отличном состоянии не превышает 5-10 рублей. Монеты, которые не были в обращении и не имеют даже мелких царапин и потертостой, с сохранившимся ярким штемпельным блеском, могут стоить несколько сотен рублей. 15 копеек 1978 года, Эльстш 1F95, вторые колоси, слева и справа от земного шара, с внутренней стороны безостой, звезда с тонкими лучами. Стоимость 10 рублей. Так, парни, был сигнал, и выпал, интересный сигнал был, и выпала монеточка. Ну, это уже ранние советы, золото партии, я так думаю, по цвету. Да. 3 копеечки. Золото партии. Как их называют? Золото партии. Да. Такие вот 3 копеечки. Чистенькие. Не вижу, какой год. Где-то 40 какой-то. Точно не вижу. Почти себе никак не приобрету. Ну ладно. Определим потом через компьютер. Вот такая вот монеточка. Смотрим дальше. Копаем дальше. Вот, друзья, мы и добрались до золота партии. Монеты ранних советов. 3 копейки в 1932 году чеканились теми же вариантами штампа, что и в прошлом году. При исследовании тиражных монет разновидностей по штампу или сочетанием штемпелей, в этом году, не обнаружено. Только те, что возникли при нарушении технологического процесса, когда произошла перепутка штемпелей, которыми выполнялась лицевая сторона 3 копеечной монеты. Цена обычного 3-копеечника этого года равна 30 рублям. Монета в отличной сохранности продавалась на аукционе «Монеты страны Советов. Коллекция А. и Федорина Ч1. Фирма. Монеты и медали. 12 декабря 2015 года. Лот номер 214». При начальной оценке в 3000 руб. Была продана за 3000 рублей. Вот 3 копейки 1932 года. Бронза. 3,1 грамма. 22,1 миллиметра. Лиц. Шт 1.2 ЗШ плоский. СССР круглый.
Горд рубчатый. 3 копейки 1932 года. Бронза, 3,0 грамма, 22,0 миллиметра. Литст, Шт 1.2, 20 копеек к 1931 года, 2 ости, черта. Горд рубчатый. Существуют и вот такие 3 копейки 1932 года, без обозначения страны эмитента. Перепутки 1932 года ценятся в 30 тысяч рублей. Это монета. Монетный брак, лицевая сторона монеты ошибочно очеканена штемпелем для лицевой стороны монеты в 20 копеек образца 1931 года. Монета в посредственной сохранности продавалась на аукционе, монеты страны Советов, коллекция А. и Федорина Ч1, фирма, монеты и медали, 12 декабря 2015 года, лот номер 215. При начальной оценке в 5000 руб. Была продана за 11 тысяч рублей. Ребята, пробивать эту ямку. Вот в ямке ничего, но в комках вот тырку кинул и вылетели еще монеточки. Тоже кто-то потерял 5 копеек 31 года. Отлично сохранил. Так, это мне уже нравится. Люблю это золото партии, когда нет ничего. Ищем дальше. И вот на кону 5 копеек к 1931 года, друзья и подруги. 5 копеек к 1931 года несколько более редкая и соответственно стоит несколько больше, чем 5 копеек предшествующего года. Разновидностей монеты 5 копеек в 1931 году не обнаружено. Стоимость по каталогам, прейскурантом 200 рублей монета продавалась на аукционе, монеты страны Советов, коллекция А. и Федорина Ч1, фирма, монеты и медали, 12 декабря 2015 года, лот номер 201. В отличной сохранности при начальной оценке в 3000 руб. Была продана за 12000 рублей. 5 копеек 1931 года. Бронза, 5,0 грамма, 25,0 миллиметра. Литст. Шт 1.2 ЗШ плоский. Горд рубчатый. Ну что, парни, был опять сигнал. И опять я вижу ранние советы. Похоже, копеечка. Блестит. Копеечка ранних советов. Год 30-й. Ну что, идем дальше к цели. Пока что у нас монета не позднее столетней давности. Так что ищем дальше. 1 копейка 1953 года. Материал – алюминиевая бронза. Масса – 1.0 г. Диаметр – 15.0 мм. Толщина – 0,9 мм. Чеканка – Ленинградский монетный двор, ЛМД. Оформление горта – рифленый. Шат Э.2.1 – диск солнца с венчиком, кант широкий. Шат Э.2.1 – звездочка, каталоги А. и точка Федорина не выделен, диск солнца с венчиком, кант узкий. Шат Э.2.2 – диск солнца без венчика. Шат Э.А. – цифра, 3, даты наклонена влево, буквы А, И, Е, приспущены. Шат Б – цифра, 3, даты стоит прямо, буквы А, И, Е, стоят нормально. Подделки для коллекционеров. 1 копейка 1953-2.1 – подделка, крупное изображение проблемного участка. Вот такие пироги, друзья. Так что лучше изучайте свои находки, думаю, информация была для вас полезной. Делайте выводы и не делайте ошибок. С вами был и будет в дальнейшем комментатор Звандик. Ну что, ребят, прекрасная погода.
вступаем. Вступаем во враги у реки. Река там, вот, не знаю. Еще один сигнальчик. Вот. Выпала такая вот углица. Такой довольно-таки резвый был сигнал. А глазами нашел вот эту пуговицу. Это пластик. Вот. И когда посмотрел вперед, то увидел кучу всяких пуговиц. Вот видите. Кто-то их выкинул. Они, конечно, пластиковые. Такие большие. В общем, разнокалиберные. Идем дальше. Смотрим, ребята, не переключаемся. Ребята, не отошел я еще от этих пуговиц, что расщу, ну, грубо говоря, хожу здесь вокруг, ямки пока еще не закапывал. Может, что-то все звенит. Нашел тут пуговицу с раком и молотом. Ну, я вам потом ее покажу. И стал ее снимать. И вот рядом с раком и молотом, где-то вот здесь, был еще сигнал. И где-то у нас что-то лежит. А вот. Медальончик такой. Он легкий, скорее всего. На ключах или еще просто молодежи маленьких на шее висел. Есть такой канал, телевизионный канал Викинг. Сейчас бы если бы он нашел этот медальон, сказал: сенсация! Ребята, у меня руки дрожат. Сенсация. Греческая смоковница. Сейчас бы мы тут все на ушах стояли, а он бы говорил: где ваши видео склады? Мои клады, это мои клады. Ничего я не подделываю. Да, вот. Здесь, кстати, очень много пуговиц каких-то еще. В общем, такой вот медальончик. Ладно, смотрим дальше, не переключаемся. Ну, был опять сигнальчик, ребят. И вот опять
16 век. Современки. Такой ценности не представляет. Смотрим дальше, не переключаемся. Ну что, ребят, сегодняшний коп закончен. Копал я в том овраге. Вот что у нас сегодня получилось. Ну, рариков нету. Вот типа такого шмурбика и хабара. Вот улица, серп и молот, якорь. Маленькая пуговица, серп и молот. Там какие-то бытовые пуговицы. Современные 90-х годов. Вот замка. 5 копеек 31 года. 3 копейки. 42-го не вижу. Вот такой вот. Такая вот конинка. Ходячки 3. Копеечка. 55-го. 20 копеек. 5-5-3-3-3 копейки. 15-2-2-2-2 копейки. 1-1. Ну, в целом, вот 3,5-часовой коп. Такой вот у нас получился. Заходите на мой канал, гости и подписчики. Ставьте лайки, комментируйте. Вот. Ну и оставляйте свои комментарии, свои пожелания. До скорых встреч. До свидания, ребята. Пусть в горле застряла любовь, не вдохнуть, не выдохнуть. Я не знал, что может кровь так отчаянно выплеснуть. Боль, обиды, желания, страсть подползает безмолвие. Тьма седая, звериную пасть для меня приготовила. Не смей, вой сирен, вспышка света.